Я не верю в Бога, и у меня есть два доказательства того, что Бога не существует. Первое, Бог, если ты существуешь, вот мы здесь, в Вашингтоне, покажись нам. Сейчас это было бы весьма кстати. Я уверен, Fox News будут рады. Просто спустись и поздоровайся. Власти Оклахомы подсчитывают ущерб от разрушительного торнадо. Стихийное бедствие может обойтись Вашингтону в 3 миллиарда долларов и стать самым дорогим бедствием в истории США. В пострадавших районах продолжается поисковая операция. Спасатели разбирают завалы, ищут выживших и помогают пострадавшим. В списке погибших 24 фамилии.